Семена и рассада флокса метельчатого Франц Шуберт достигает высоты до 1,5 метров, минимальная же высота побегов составляет 10 сантиметров. Листья на побегах расположены симметрично и имеют темно-зеленый цвет. Садоводам нравится это растение из-за обильного и очень красивого цветения, которое происходит в летний период. Диаметр одного бутона достигает 5 сантиметров. Они собраны в крупные соцветия округлой формы. Примечательно, что лепестки могут быть двухцветными, например, бело-розовыми, и одноцветными, красными, синими, розовыми, белыми. Растение плохо реагирует на жару. Флокс метельчатый Франц Шуберт – это многолетнее растение высотой 60-70 сантиметров. Цветок лучше всего подходит для альпинариев. Флокс прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. Расцветает флокс метельчатый Франц Шуберт в месяц июль-август. Цветок окрашен светло-сиренево-розовый, сиренево-голубоватый цвет. Интересные цветы флокс могут быть до 3,5-3,8 сантиметров. Лист этого прекрасного растения по форме узкоовальный. Флокс метельчатый Франц Шуберт создала Блум. Создан сорт был год 1980. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.